80 лет побед Ульяновской области в архивных фотографиях. Выставка с таким названием откроется в юбилейный день 19 января во Дворце дружбы народов Губернаторский. А уже с 20 января экспозицию можно будет увидеть в Аксаковской библиотеке. Выставку подготовил Государственный архив новейшей истории Ульяновской области. Десятки фотографий из фондов рассказывают о важнейших событиях жизни региона. Самые большие стройки, самые высокие достижения в области науки, техники и спорта. Для разработки данной выставки были привлечены не только документы фотофонда региона, но и также материалы личных коллекций, которые были собраны в процессе реализации регионального сетевого проекта архива «Время, события, лица». Этот проект был специально задуман 10 лет назад и приурочен к предстоящему 80-летию области. Выставка проработает месяц в библиотеке для детей и юношества на улице Минаева.